Мне только что приехал мой бьюти-бокс, я сейчас должна сесть снимать видео, и я очень сильно переживаю. Надеюсь, что мне получится снять нормальное видео и все это не зафакапить. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы буквально не представляете себе, что произошло. Точнее говоря, уже представляете. Новый бьюти-бокс, это мой третий бьюти-бокс, Авами бокс, в котором будет просто нереальное количество классной косметики, декоративной, уходовой, для вас максимально полезной, для вас максимально приятной, а также косметики, которые вы сможете в теории подарить даже кому-то еще, потому что средств, которые вы найдете здесь, будет максимально дофига. С самого начала очень важная информация. У нас будет очень ограниченное количество коробочек, потому что это очень-очень лимитированная история. Купить ее можно исключительно только по ссылке, которая есть у меня в описании. Также эта ссылка висит в описании моего профиля Инстаграма. Ну и, соответственно, если вы смотрите актуальную сторис, там везде тоже есть ссылки на свайп. Нигде в другом месте купить эти коробочки будет нельзя. И если вы переходите по ссылке, и этой коробочки нет, то, ну, значит, все, ее больше нет, ее никогда больше не будет. Сегодня мы с вами будем пробовать стать красоткой буквально за 1000 рублей. Я сделаю для этого все. Поэтому давайте проверим, насколько это реально. Тоже давайте быстренько ее распакуем, покажу вам все, что там внутри имеется. Буквально, ну просто очень много всего, как декоративного, так и уходового. Я думаю, вы сами все это видите. И я просто не понимаю, каким образом удалось всю эту коробочку организовать, блин, меньше, чем за 2000 рублей. Это какая-то реально рождественская магия. И не иначе, потому что как минимум один вот этот крем стоит почти 1500 рублей. Ребят, как это произошло? Можно, пожалуйста, фокус? Спасибо большое. Сейчас все вам расскажу, покажу. Когда я все это выложу, я из вот этого вот существа, которое выглядит как вот это вот непонятно вообще что, буду превращаться в нормального человека, и вы увидите, что при помощи моего бьюти-бокса можно совершить настоящее рождественское чудо а-ля glow up. Модное нынче слово на американском ютубе. Главное требование, которое я предъявляю к своему бьюти-боксу, это то, чтобы он был логично построен, чтобы в нем были все те средства, которыми, во-первых, пользуюсь сама я, которые я сама одобряю, которые я бы могла подарить любой своей подруге, даже не задумываясь о том, ой, а стоит ли мне это покупать или нет. И в этом самое главное преимущество, как мне кажется, этой коробочки в этом году. Моя коробочка стоит 2000 рублей. В среднем состав каждой из них примерно 7000. Тут у меня полный список всех вообще данных. И если вы посмотрите, здесь практически везде написано полный размер. Потому что я старалась в этом году избавиться от и до от всех миниатюр полностью. Я решила сделать вам очень крутой подарок, и первые 1000 покупателей, которые успеют купить эту коробочку, смогут получить себе подарки, которые не входят в основной состав коробок. Смотрите, у вас будет 3 разных варианта подарков. Первое, это вот такая вот огромная палетка теней от Faberlic. Стоимость отдельно этой палетки, она стоит, сейчас я вам точно скажу, она стоит 1500 рублей. То есть, если вы успеваете покупать мой бьюти-бокс быстро и вводите промокод палетка, то вы также получаете себе дополнительно вот эту вот реально огромную палетку теней за 1500 рублей, когда коробка стоит 1900, ну, как вы понимаете, да? Это у нас промокод палетка. Второй вариант, серебряное украшение. Есть вот такие вот очень модные штучки, вот эти вот красные браслеты. Так, подождите, мне нужно его затянуть. Его также могут получить покупатели, если используют промокод, который называется браслет. Чаще серебро, а не какая-то там финтифля. Если что, отдельно такие браслеты в свободной продаже стоят в среднем 1000 рублей. Конкретно вот этот стоит 1100 рублей. И третий промокод, это промокод кисть. И если вы используете промокод кисть, то дополнительно к бьюти-боксу, если вы успеваете его купить, вы получаете себе вот такую вот классную кисть, которая очень хорошо поможет вам с нанесением любых кремов текстур, это будет для тональника, это будет вообще идеально для контуринга, и я бы, наверное, даже ей рекомендовала использовать не только кремовые текстуры, а также сухие, потому что, например, делать себе скульптуринг, например, того же носа, или вот здесь вот себя выделять банально, даже здесь очень удобно при помощи этой кисти за счет того, что она максимально плоская. Но это доступно будет только тем, кто успеет в числе первой 1000 покупателей. Для всех же остальных, даже если вы вдруг не успеваете с этой всей штукой, не парьтесь, реально вещей настолько много, что, поверьте мне, даже без браслетика и без палетки теней вы будете мега счастливы это все получить, ну, по крайней мере, такова была моя цель, чтобы были мега счастливы все это получить. Смотрите, ребят, будет всего 3 коробочки, не в плане 3 штуки, а в плане 3 разных типа. И просто ничего мне не говорите, но если вы понимаете, напишите, что вы понимаете, к чему это отсылки. Значит, у нас будет коробочка, моя геройская косметика, коробочка, ой-ой-ой. И коробочка на 100%, просто ничего мне не говорите. Если вдруг не понимаете, просто забейте на название, просто забейте. Но те, кто понимает, им будет, наверное, очень круто. Я надеюсь, что вы это понимаете. Составы коробочек, что входит конкретно в какую из них, вы можете посмотреть на сайте Royal Samples. Там будет все очень доступно написано, с картинками, со всеми делами. Но в целом, абсолютно каждая коробочка собрана так, чтобы она приносила вам максимальную радость, чтобы вы могли найти там продукты как для себя, так и для ваших близких.
Просто вся коробка набитая доверху косметикой. И это только декоративная часть. Вот тут лежит уходовая и всевозможные другие ништяки. Давайте посмотрим, что здесь поподробнее. Кстати, я буду подписывать, сколько стоит каждое средство свободной продажи. Конечно же, в каких-то магазинах эти вещи будут стоить дороже, в каких-то дешевле, но на официальных сайтах их цена именно такая. Поэтому почитайте, сколько косметики в целом тут находится и за сколько я все это продаю. В моей коробочке цена за все 2000 рублей. На всякий случай напоминаю. Итак, начинаем. Пенка для умывания. Нужно ли что-то говорить, потому что я считаю, что это максимально необходимая вещь. А еще просто зацените ее размер. Дальше средство гель-эксфолиант. Что это такое? Ты наносишь эту штуку себе на лицо до того, как ты наносишь потом тональный крем, и у тебя в итоге любая твоя косметика наносится гораздо ровнее, и не будет вот этого вот шелушения, проплешин. Уже даже сразу после первого применения, когда ты эту штуку наносишь, кожа кажется очень мягкой. После у нас есть вот такая вот гиалуроновая сыворотка. Опять-таки, это большой полноразмер. Это новинка от L'Oréal. Это сыворотка, которую лучше всего наносить сразу после того, как ты умылась. И как раз после эксфолианта это идеально. Наносишь ее, и это предупреждает появление всевозможных кожных дефектов. Ну и плюс этого средства, вам я даже не знаю, насколько хватит, вы можете всей семьей его использовать, и невероятно это надолго хватит. Далее у меня вот такой вот витаминный тоник для лица. Что это такое? Это средство позволяет нам очень эффективно увлажнять кожу, и оно находится вот в таком дозаторе, то есть очень легко пшикать, борется в проблеме с несовершенством нашей кожи, очень хорошо и эффективно ее увлажняет. А я считаю, что на холодное время года это просто средство одно из самых максимальных must-have. И опять-таки, как вы видите, полноразмерка. Также средство для зоны вокруг глаз. Это очень важная зона, которая требует особого внимания, поэтому у нас здесь вот такой вот гель для век, естественно, полноразмерный, вам этого хватит на очень долго посмотреть размер. И также есть вот такая вот миниатюрка. Это другого бренда, это Bioderma, и при помощи этой миниатюрки вы можете заценить, в принципе, насколько вам это средство подходит или нет, потому что оно достаточно дорогое получается, но тем не менее, даже количество, которое находится там, учитывая, что мы говорим про зоны вокруг глаз, вам, ну, хватит, ну, на месяца полтора, ребят, вам реально хватит, если вы, конечно, не будете зачерпывать вот так вот прям средство, а пользоваться именно столько, сколько нужно наносить. Конечно, куда же можно обойтись без всевозможных масочек. И, конечно же, все это или корейское, или японское, потому что я считаю, что это именно то, что должно быть в моем бьюти-боксе. Конкретно сейчас еще хочется использовать тканевую масочку, поэтому я возьму вот такую вот японскую. Это называется попытка надеть маску без зеркала. Так как видео у нас все-таки с вами новогодний бьюти-бокс, я считаю, что образ должен быть чуть более новогодний, чем никогда. Поэтому я не уверена, что этот переход получился. Знаете, вот я считаю, это уже более новогоднее, но мы все-таки должны добавить цепи. Знаете почему? Потому что ты можешь вытащить ебое из ТикТока, но ТикТок из ебое ты не вытащишь никогда. Юмор сквозь слезы. Нельзя было обойтись это без антисептика для рук. Потрясающий антисептик, тоже, как понимаете, полноразмерка, для того, чтобы вы могли его с собой таскать. И, кстати, он очень-очень приятно пахнет. Также вот такие вот штуки для тела. С одной стороны, это скраб, с другой стороны, это баттер для тела. Баттер — это штука, которая позволяет вам потом увлажнить вашу кожу. Если ваша кожа после душа сохнет, чувствует себя некомфортно, вам эта штука максимально сильно нужна, в принципе, по жизни, не только потому, что они из моей коробки, а потому что в целом эта вещь очень полезная. Вы найдете также средства для волос. Самое для меня необходимое — это вот это сухой шампунь. Без сухого шампуня я жить просто не могу, потому что я предпочитаю делать себе укладки, и мне хочется, чтобы каждое утро, когда я просыпаюсь, до тех пор, пока я что-то себе не провоняю, блин, чтобы моя укладка сохранялась, и чтобы волосы мои выглядели максимально долго свежими. Поэтому тут два сухих шампуня, культовый батист и вот такой вот шампунь. Но когда вы попробуете, вы поймете, что эта вещь тоже очень-очень стоящая. Считаю, что сейчас просто необходимо, жизненно необходимо сделать укладку. И, конечно же, огромный лак. Для меня лак для волос — это очень важная вещь, потому что я постоянно делаю укладку. Вот, кстати, и она. Мне кажется, даже так уже стало лучше, но сейчас мы с вами доведем до идеала все это добро. И зафиксируем все это лаком из моего бьюти-бокса. Так как я очень часто делаю укладку, и волосы у меня нифига не держат ее, для меня очень важно, чтобы лак, средство для фиксации, было очень хорошим.
И, естественно, вам, так как нужно все самое лучшее, то вы получите тоже тот самый лак, который я уже неоднократно тестировала, который оказался максимально классным. Супер дорогое, мега крутое средство, которым пользуются, неиронично пользуются американские модели. Эта штукенция стоит в среднем 1300-1500, в зависимости от магазина, в котором смотреть. Эта штука, это просто все, все и одновременно вся. Если вдруг будете брать бьюти-бокс на подарок, то вот эту штуку точно себе оставьте. Ладно, я шучу, конечно, можете подарить это вашей подруге, она будет безумно счастлива. Эта штука позволяет вам, во-первых, снимать макияж. То есть вы просто наносите этот крем, когда у вас есть макияж, и тем самым его снимаете. Раз, два. Если вы хотите просто хорошо увлажнить свою кожу, вы его наносите на 15 минут, оставляете и все, смываете. У вас просто идеальная, мягкая, хотел сказать пушистая, но нет, кожа. И третий вариант использования, если вдруг у вас есть какое-то сильное шелушение, вы там, не знаю, обмерзли на улице, у вас прям вот эти вот штуки появились неприятные, наносите и не смываете. Потрясающе. Я, когда узнала, что у меня получится выбить это средство, я такая неиронично практически заплакала. Блин, почему? Я молчу. Все хорошо, все хорошо. Начнем с базы под макияж. Здесь у нас две миниатюрки. Это Make Up For Ever и Benefit. Легендарная абсолютно затирка для пор. И, конечно же, Make Up For Ever вот в таком вот размере. Это идеальнейшая база под макияж, особенно в случаях, если вы хотите делать себе фотографии или снимать видео, потому что она буквально ваше лицо выглаживает. Я не знаю, как это работает, но это работает. Тональный крем. Я решила, что тон — это вещь абсолютно незаменимая, она просто должна быть в бьюти-боксе. Вне зависимости от того, пользуетесь вы тоном или нет, просто попробуйте, потому что этот тон подстраивается под любой цвет кожи. Макияж начнем с тона, уберу волосы, чтобы не мешали. Я специально не стала наносить тон на шею, чтобы вы могли оценить то, насколько хорошо он подстроился под оттенок моей кожи. Видите, здесь на лице у меня есть тон, здесь у меня нет. Ну и как вы видели, я использовала для того, чтобы его растушевывать, обычную штуку от Кушона, ну просто рандомного Кушона. Потом в конце я его подбила пальцами, и вот такой вот эффект. Если заметите, он выглядит очень мягким, сатиновым таким, и не требует фиксации пудры, потому что он очень-очень стойкий. Дальше мне хочется накрасить брови, и для этого я буду использовать вот такой вот механический карандашик. Вот так вот он выглядит. Давайте вместе его распакуем. Вот что находится у нас внутри. Ну, стандартная совершенно вот эта вот скошенная штучка. И, конечно же, я была бы не я, если бы я не положила вам многофункциональный продукт. Так что в этой штуке дополнительно вы еще встретите вот такой вот финтифлю для того, чтобы фиксировать ваши брови после того, как вы их нарисуете. Стробинг. Жидкий хайлайтер. Какой Новый год буквально может быть без сияшечки, без хайлайтера? Поэтому также вы получите вот такой вот стик для того, чтобы делать стробинг, он же хайлайтинг, чтобы выделять все и чтобы сияло. Ты его крутишь, он выдается тебе, только будьте осторожны, потому что он очень-очень яркий, и если вы вдруг хотите какого-то более естественного эффекта, то сначала лучше нанесите себе на ручку, растушуйте здесь, и с нее уже перенесите туда, куда вам нужно. Вот, а я выделю зону под бровью, так как у нас все-таки новогодний макияж, то можно и поблестеть. И, конечно же, на скулы, нос, кончик, губа. Также есть еще дополнительно вот такая вот миниатюрка, несмотря на то, что это многофункциональный карандаш, в нем уже есть встроенный гель. Я считаю, что если есть возможность еще миниатюрку дополнительно попробовать, почему бы нет? Далее, ребят, это духи. Вот не удивляйтесь, что в моем бьюти-боксе будут духи, потому что я знаю, что духи — это та вещь, которую каждый человек должен подбирать самостоятельно. Но это японские духи Hello Kitty. Я не могла, просто не могла допустить того, чтобы мой бьюти-бокс вышел без этого. Честно, у них ароматы абсолютно нейтральные. Дополнительно, конечно же, у нас еще есть вот такая вот коробочка духов. Это не миниатюра, это не travel формат, я не знаю, это как просто мини-версия. Вот иногда бывает большая версия, а бывает вот чуть-чуть поменьше. Это вот тот самый случай, то есть, ну, не миниатюрка, не саше. Моя недавняя находка. Продукт, который я сначала не хотела класть в свой бьюти-бокс, и как бы когда мне его очень сильно начали рекомендовать, я о нем призадумалась. В чем прикол этих теней? Давайте посмотрим. Вот так вот выглядят тени, когда ты достаешь их из упаковочки. Они в индивидуальной вот такой вот штуке. Очень удобно. И дальше вы или кистью, или пальцем, ну я буду делать пальцем, потому что так проще, просто переносите себе тени на ваше веко, ну или если вы хотите сделать другой макияж, еще как-то иначе. И просто сразу посмотрите на то, насколько это ярко, насколько клево это смотрится. Это очень крутые тени, потому что их максимально легко наносить, они очень стойкие, они никуда не скатываются, они не забиваются в ваши складочки, это прям вообще максимально идеальная текстура для теней, особенно если ты хочешь делать какой-то такой простой мономакияж. Ну, конечно же, подводка, ребята, подводка, да какая, вот такая вот, чтобы стрелки можно было нарисовать. Это не иронично, но я реально сказала, что если в моем бьюти-боксе по какой-то причине не будет хорошей подводки, чтобы мы могли с вами рисовать стрелки, то этого бьюти-бокса не будет.
будет. И честно, я вам скажу, что вообще вся судьба этого бьюти-бокса буквально зависела от вот этого средства, потому что для меня это был принципиально важный момент. Сейчас я нарисую сюда стрелки. Конечно, к таким активным стрелкам нужна очень хорошая тушь, потому что даже в видео, где я обучала вас делать подобные стрелки, я говорила, что это играет достаточно высокую роль. Вот, видите, я просто воспользовалась этой тушью, даже не прокрашивала в множество слоев, и вуаля, уже насколько сильная разница. Нижний тоже красим. Просто зацените. Карандаши для губ. Я прекрасно знаю, что очень многие люди любят карандаши для губ и их используют. Я тоже их иногда использую, когда мне достаточно не лень запариться с макияжем губ, или я хочу сделать макияж на губы. Поэтому, зная этот факт, я добавила в свой бьюти-бокс, конечно же, карандаши для губ. Самых универсальных оттенков. Вот так вот выглядит очень-очень хорошее нанесение, очень мягкое покрытие. При этом вы можете это как хорошенечко растушевать, так если вы не будете в ту же самую секунду растушевывать, так это у вас классно все на губах застынет и никуда с них уже не денется. И вот розовый оттенок. Я мастер свотчей, я в курсе. Вот такой вот яркий, насыщенный, фуксия. Всегда актуально, всегда симпатично смотрится. Дальше, для волос у нас есть два шампуня. Это полноценные travel размеры. Да, это не полноразмерки, но это как бы и не тестеры. Вам этих шампуней хватит, ну, на месяц точно, если у вас не супер длинные волосы, потому что здесь в среднем по 100 мл. Это максимально нейтральные шампуни. Они могут использоваться как для жирной кожи, как для сухих волос, так и для окрашенных волос, как и для ломких. То есть это максимально, знаете, такая вот вещь. Я постаралась ее сделать нейтральной, чтобы она подошла абсолютно каждому человеку. Ну, для меня это важно. Я решила, что есть люди, которым нравятся больше жидкие кремовые помады, и есть те, кто предпочитает обычную классическую форму. Поэтому для меня было важно, чтобы у нас было с вами и то, и сё, потому что иначе никак. Так как я уже тестировала вот эти вот помады в моем инстаграме, мне очень многие также начали писать, что это офигительные помады, и вы их очень часто используете, вам они нравятся. Естественно, я их не буду сейчас показывать, потому что вот банально вы можете посмотреть этот отзыв прямо здесь. Так что сейчас я покажу вам, как будет выглядеть вот эта вот помада. Это уже именно помада. Мы наносим ее на губы. Очень хороший аппликатор, очень приятные оттенки, опять-таки самые нейтральные, которые бы подошли абсолютно всем. Можно наносить как плотным слоем, рисуя себе контур, можно наносить не плотным слоем и растушевывать пальчиком, как это делаю я обычно всегда и сегодня в том числе. Ну и, конечно же, какой Новый год без глиттеров? Поэтому я взяла вот такие вот глиттеры и положила вам. Это лучшая штуковина просто в мире. Сейчас я для начала продемонстрирую вам это, например, у себя на ключице, чтобы вы понимали, с чем мы имеем дело. Вот настолько это круто выглядит. При помощи этой штуки вы можете делать себе абсолютно любой макияж, ну, в плане из-за такого формата. Это очень легко наносится, это очень круто и эффектно выглядит. И это занимает буквально 2-3 секунды на то, чтобы реализовать даже самые креативные идеи, например, сделать себе слезы или сделать себе вот такой вот эффект, который был, например, у Джулс в «Эйфории» в одной из сцен. В принципе, я сейчас примерно подобное и хочу повторить. Смотрите, как легко наносится эта штукенция. То есть даже если у вас абсолютно нулевые навыки в макияже или вы хотите просто попробовать и не париться, то это тот самый случай, который позволит именно так и сделать. Ее можно максимально много раз наслаивать между собой после того, как она подсыхает, и тогда у вас будет реальный эффект, как будто вы, знаете, такое жидкую фольгу золота на лицо там, ну или на какую-то другую часть тела налепили. Очень эффектно, круто выглядит. Помимо этих глиттеров у нас также есть с вами огромная вот такая вот штуковина. Это специальный хайлайтер для всего тела. В принципе, если что, вы можете использовать его даже себе куда-то на лицо. Вам этого хайлайтера на тело хватит, мне кажется, на всю жизнь, даже если будете им буквально обливаться. Очень хорошая вещь к Новому году, или там, если когда-нибудь откроют границы, мы с вами полетим куда-нибудь на пляжный отдых, тоже можно обмазаться, все это очень красиво смотрится и очень-очень красиво пахнет. Как же я могла оставить вас без средств с демакияжем? Конечно же, у нас есть мицеллярная вода, да не простая, а с запахом лимонада. Вещь полезная, крайне нужная абсолютно всегда, которая, кончается, знаете, так же часто, мне кажется, как зубная паста, но если вы пользуетесь косметикой. И, естественно, также еще есть дополнительно крем для умывания. Дальше у нас есть, естественно, маска для сна. Красота! Ребят, обязательно напишите в комментарии, как вы считаете, оправдана ли эта цена, которая составляет 1999 рублей за вот этот вот состав, который я вам сейчас показала, или нет. Напишите, пожалуйста, мне правда очень сильно интересно. И что ж, всем спасибо за просмотр. Люблю вас безумно. И всем пока! До новых встреч!